Вот таким вот незамысловатым способом граждане делают столбы бетонные. Берут щебень, бетон и далее водичкой заливают прямо наверху. Кидай, попадешь в бочку. Нихуя не попал. При этом, если они начнут падать в ту сторону, они еще и, помимо всего прочего, заколбасят себя электричеством. Так, вот эту железную ерунду надо поднять. У ней будет делаться стяжка. А если будут падать на меня, до меня не дотянутся. Ладно. Можно дальше снимать. Они приподнимают, и потом вот этот крендель, который находится внизу и филонит, он железочки подставляет, чтобы она не падала. Вот так вот. Опаньки, опаньки, опаньки. Они считают, что уже все застыло. Интересно, а наши строители с Азии ездят, например, сюда? А то они сейчас как посмотрят бетонные столбы, каким макаром делаются. И чё, и кому-нибудь забубенят таких столбиков. Не мудрствуй, лукаво. Хотя, в принципе, чё, внутри железка, есть обрешетка, вокруг этой обрешетки все делается. Так вот, леса у них стоят, никак не закрепленные. А у Чинея все будет хорошо. Вы видите, как вообще все это дело раскачивается? Как держится на честном каком-то гуанском слове? Не знаю уж, насколько это слово надежно. Поднять-то хочется. А ему сейчас помогут. Нет, все-таки от обезьяны человек, наверное, произошел. Ну, я подозреваю, никто не упадет, столб они этот сделают, он простоит вечность, и все будет хорошо. В принципе, вам технология понятна. Сейчас водичка, щебень, цемент, и будет высокий-высокий столб.